Всем привет! Меня зовут Катерина Воронцова. И несмотря на то, что сегодня у нас в конце апреля на улице прямо снег, я сегодня решила снять видео о купальниках. Это коллекция «Морское путешествие», новинка 6-го каталога, 2018 год. Итак, коллекция купальников у нас начинается на 268-й странице 6-го каталога. И первое, на что обращу вас внимание, это материал, да, ультрамодное фактурное полотно пике, которое на картинке сложно разглядеть, но вживую на видео я вам покажу, смотрится действительно красиво. Следующее, здесь у нас три принта, три оттенка. Первый это темно-синий, второй это принт в полоску и третий, ну просто называется принт, по факту напоминает волны и, по-моему, там рыбок. То есть мы можем комбинировать разные принты и одновременно комбинировать разные модели. О моделях сейчас расскажу. Во-первых, верх. Есть у нас здесь лиф мягкий на косточках, он у нас в двух оттенках, принт в полоску и темно-синий. Есть у нас лиф пушап, и он только в одном оттенке, принт в полоску. И вернусь назад, у нас есть лиф треугольный, он тоже в одном оттенке, синий с принтом. И как вариация есть еще танкини, да, такая маечка, которую я вам сегодня покажу. Следующее, низ. Есть у нас плавки с завышенной талией. Они в одном оттенке, в темно-синем, показаны на картинке слева. Здесь он в виде шортиков, но если приподнять, то они спрячут аккуратно животик. Есть плавки-кюлоты на фото справа в двух оттенках. Есть темно-синий с белой такой полосочкой, да, есть синий с принтом. Следующее есть у нас для низа плавки с кольцами. Их я вам тоже сегодня покажу. Тоже здесь есть один оттенок, принт в полоску. И как вариация тоже плавки с юбкой. Их я тоже покажу. Здесь тоже один оттенок, темно-синий. Наконец, слитный купальник. Слитный купальник темно-синий или синий с принтом. Я заказала темно-синий и, соответственно, покажу вам его в темно-синем оттенке. С чего мы начнем? Начнем мы с лифа пушап. Принт в полоску. Очень красивое фактурное пике, о котором я говорила. И которое меня зацепило. Зацепили меня также в дизайне модели, вообще дизайне всей коллекции, это широкие бретели. Они будут также и на слитном купальнике, я его тоже покажу. Здесь такие вот широкие застежки аккуратные. Сам лиф, внутри ткань, подкладка. Здесь съемные подушечки, их можно убирать при желании. И косточки, да, косточки тоже есть. Размер это 70B, я случайно его заказала, мне он, конечно же, мал. Тянется, ну, достаточно туго, да, практически не тянется, ну, так, легонько. Поэтому это моя ошибка с размером. Так, к нему плавки. Это плавки на кольцах. Здесь подклад спереди, сзади подклада нет. Конечно, защитная пленочка. Это размер S, 42. Так как ношу я примерно 44, мне не подошли и даже были свободные. Поэтому рекомендую брать, может быть, даже чуть-чуть поменьше. То есть они не маломерят, это точно. По ценам плавки они идут 699 рублей каталожный со скидкой 559, лиф 1399 со скидкой 1119 рублей. Комплект получается менее 2000 рублей даже с учетом доставки. Мне кажется, что цена очень приемлемая. Коллекция у нас фаберликовская, это не белье флоранж, это именно фаберлик. Стори Дамур в данном случае, Стори Димар, и дизайнер у нас точно такой же, это Паоло Мальтезе, дизайн Италия. Так, следующее. Следующее это танкини. Это маечка. Здесь у нее подкладка
и спереди, и сзади подкладка. А здесь лиф, он без косточек, здесь есть небольшая резинка. Тут резинка. А сверху завязочки, то есть на шее мы все регулируем. И сказано о том, что здесь есть корректирующий эффект. Ну, вы знаете, не сильный, так что не бойтесь. Это размер S. Мне подошел хорошо, 42-44, то есть это размер получается. Так, завяжем. И к нему можно либо плавки какие-то, либо вот такую юбочку. Юбочка с разрезом. И, конечно, эта юбка не просто юбка, это плавки. Да, здесь точно так же спереди подклад, сзади подклада нет, защитная пленка. Размер, по-моему, тоже S, если я не ошибаюсь. Да, размер тоже S. Тоже мне подошел на мой 42-44. И указано, что здесь вот как-то присбаривается она единственная. Ну, это, мне кажется, только декоративный элемент. Как целиком юбку собрать, да, я не поняла. То есть это не трансформер, по-моему, обычная юбочка. Если вы разобрались, пишите в комментариях. Буду рада услышать что-нибудь новенькое про эту юбку. Может быть, вы догадались. Так, что по ценам получается? По ценам у нас танкини 1439 от цена покупателя привилегированного, 1799 от цена каталога. Юбка 1089 цена привилегированного покупателя, 1299. Ну, также в районе 2000 рублей получается комплект. В этом комплекте я фотографировалась, поэтому смотрите. Может быть, я его покажу, выложу при монтировании видео. А следующее, что я покажу, это слитный купальник. Мне этот купальник понравился очень-очень. Подтягивает фигуру, сидит очень красиво. Единственное, надевается он через ноги, никак по-другому его не надеть, и на бедрах он немножечко у меня застревает. А так, в принципе, очень красиво сидит, что там внутри у нас. Сзади подклада нет, спереди подклад, вшитый лиф, без косточек, на резинке. Точно такие же широкие регулируемые бретели. Обратите внимание, на всех моделях бретели регулируются. И размер это 75B. То есть здесь я все нормально с размером угадала. А здесь завязочки, ну, чисто декоративную функцию не выполняют. И очень, в принципе, вот это вот место комфортно, ничего не давит, достаточно широкое. В общем, вот эта мне модель действительно понравилась. Такая же фактурная ткань. И по цене. Выходит он по каталогу 2299 со скидкой 1839 рублей. Тоже вполне, мне кажется, приятная цена. Скоро лето, запасайтесь купальниками. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте палец вверх. В следующем каталоге у нас новый купальник выходит. Я тоже обязательно закажу что-нибудь из этих купальников и также вам покажу новую коллекцию. Всем пока-пока, до новых видео!